стоит. Будет... Ну да, будет стоять. Это Бонни, и здесь она с рождения. Малышка спокойно идет на контакт с людьми и не против, когда ее гладят. Завтра не только она, но еще около 500 собак встретит гостей приюта. Завтра у нас день открытых дверей. Будут люди приходить гулять с собаками, приносить корма, ухаживать за ними. Кроме корма, всегда нужны медикаменты, наполнители для лотков и игрушки. Часто от животных отказываются из-за неумения рассчитать траты. Ведь для того, чтобы содержать животное, нужен не только корм, но и шлейка, и намордник, прививки, паспорт, а зимой еще и одежда. Надо вот это все просчитать, а потом подумать, сможете ли вы ее содержать, чтобы в дальнейшем она не оказалась на улице. Надо понимать, для чего собаку люди берут. В приюте ждут всех желающих и надеются, что уже завтра многие обитатели дороги домой найдут своих хозяев. Зачастую собаки оказываются на улице, неважно, породистые они или нет, просто стали ненужными, просто выбросили. Но стоит не забывать, что им всем тоже нужна забота, внимание и ласка. Екатерина Глазова, Антон Соболев, «Время Ямала-Салехард».